Друзья, всем привет! Сегодня 27 октября, и я вам показываю уже созревший, вызревший амарант, сорт которого называется оранжевый гигант. Это вот такие вот оранжевые метелки. Летом они очень красивые, они ярко-оранжевого цвета. К сожалению, я не успел вам снять обзор, очень много работы, простите, я не успеваю все сделать. Ну, вон сзади вы видите на фоне красного. Оранжевый гигант имеет такие большие оранжевые метелки. Вот уже, смотрите, больше высохли. У нас был мороз, поэтому его приморозило. И он уже так посох. Напомню, что семена не боятся мороза. Поэтому это даже хорошо. Он быстрее высохнет. Ну, вот сейчас я помну, чтобы показать вам семена. Семена белого цвета, извините, желтого цвета семена, такие бело-желтые. Амарант очень полезен, кто не знает, загуглите в интернете, посмотрите, сколько в семенах амаранта, очень много полезных микроэлементов, витаминов, очень полезное амарантовое масло, оно сейчас активно продается в очень многих аптеках, разные фирмы продают. Есть целые такие мини-фабрики, которые занимаются выращиванием амаранта и делают амарантовое масло. Поэтому очень полезная культура для лечения. Семена можно в домашних условиях перемолоть на кофемолку. Есть много рецептов для оздоровления. Лечить и желудок, и печень, и сердце. Он лечит очень много всяких болезней. Ну а в зеленой массе летом можно его давать животных. Мелко порубить. Корова, свиньи едят зерно, любят курочки очень хорошо, куры кушают. Ну и воробьи тоже съедают этот амарант на ура. Потому что уже он, вот по сухе воробьи начали его клевать. Сейчас будем его срезать, чтобы воробьям не досталось. Так что это очень хороший амарант. Вызревает в Украине. И если хотите семена данного амаранта, в описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, покупайте семена. На этом прощаюсь с вами. До новых встреч. Да, добавлю, что в наличии есть более 10 сортов амаранта. Всем пока.